преддверии Дня Победы, одного из главных праздников нашей страны, в Ульяновске прошли зональные соревнования областной и военно-спортивной игры «Юноармейское многоборье». Ребята участвовали в конкурсе знаменных групп «Смотри, строй и песни», викторине, а также разбирали и собирали автоматы на время. Для многих из участников юноармейские соревнования значат гораздо больше, чем просто игры. Сегодняшнее мероприятие важно тем, что мы отдаем честь, так сказать, ветеранам Великой Отечественной войны и всем людям, которые служили, служат. Готовились мы около недели, нам показывали, мы запоминали, как разбирать и собирать автоматы. Нам говорили вязать узлы, и это мы делали вчера. Самым сложным было скорее вот строение на знамена. В этом году к соревнованиям юноармейцев присоединились воспитанники региональных детских домов. Это стало возможным благодаря реализации пилотного проекта «Юноармия. Наставничество». Пока участие ребят направлено на ознакомление с военно-патриотическим движением. В будущем, возможно, кто-то из них создаст свой отряд. Они решили попробовать именно поучаствовать в нашем юноармейском многоборье. Они пройдут несколько испытаний. Не все испытания, а только часть, те, которые готовы. Потому что они только вливаются в наше движение. И им сегодня дана такая возможность почувствовать себя юноармейцами и поучаствовать с ребятами из других школ на равных. В день соревнований юноармейцы вручили детские письма военнослужащим Ульяновской армии в рамках акции «Письмо солдату». Всероссийский фестиваль детских эссе реализуется с 2017 года. В этом году проект проводится совместно с юноармией. В письмах написаны добрые пожелания защитникам Родины и детские мысли о войне и подвигах. Они желали добра, мира, хорошей вам спокойной службы. Поэтому мы сегодня с ребятами, которые пришли, хотим вручить вам письма. Я думаю, что вам будет очень приятно. Это от своих тоже детей, ровесников со всей страны, которые вам передают вот такие приветы, пожелания. Я думаю, что вам будет очень приятно и интересно прочитать ваше персональное письмо. Именно так в памятных отрывках, веселых соревнованиях и исторических викторинах сохраняются отрывки прошлого и рождается любовь к родине. В нашем регионе проводятся сотни различных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 мая. Основная их часть направлена на воспитание патриотизма у молодежи. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.